Стриж снова прибывает на Самарский вокзал. Скоростной поезд начал курсировать в августе. После временного перерыва он вновь вернулся в расписание. До Самары Стриж долетает за 19 часов. Поезд – это просто сказка. Все культурно, красиво, ново. Постель, все прям, все входит в стоимость. Недорого очень. Благодаря специально разработанному расписанию и уникальной для российских железных дорог конструкции вагонов, поезд «Стриж» может развивать скорость до 200 км в час. Поезд сформирован из 20 вагонов. Все они оборудованы системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха. Скоростной поезд позволяет пассажирам с комфортом добираться из северной столицы в города Поволжья, а также связывает между собой несколько туристических центров. Данный поезд, он помимо Самарской области, Республики Мордовия, Нижегородской области, Московской области, Санкт-Петербурга, он дает возможность передвигаться с комфортом, и пассажир имеет возможность действительно посещать те интересные места, по которым данный поезд по маршруту городов, которые он курсирует. Уважаемые пассажиры, мы будем рады вас видеть и сделаем все возможное, чтобы ваша поездка была максимально комфортной и безопасной. Отправляться в рейс скоростной поезд будет через день, по четным дням из Самары, по нечетным из Санкт-Петербурга. Светлана Кудрявцева, Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.